Привет! Рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья. И это видео посвящено новинкам по 14-му каталогу компании Oriflame. Хочется вам показать несколько новинок из каталога. Первое, что интересное, самое появилось в каталоге, это новая серия профессиональная по уходу за волосами, которая представлена из вот такого вот шампуня, который объем у него 200 мл, кондиционера 150 мл, маски по уходу за волосами. Все вот эти вот средства содержат масло органы и розы. И также представлены два масла для волос. Одно из них разглаживающее масло, а другое масло для окрашенных волос. Вот они такие вот замечательные, 50 мл, дозатор, удобные в использовании. Нужно всего лишь 2-3 капельки растереть между ладонями и нанести на влажные волосы, подсушенные полотенцем. И вообще масло органы добывается очень сложным путем. Из 90 кг масла, это вручную добывается, получается всего лишь 2 килограмма масла органы. Поэтому это очень ценный продукт, который сейчас есть в линейке в компании Oriflame, и это очень-очень замечательно. Также хотелось вам из новиночек показать вот такой замечательный набор из серии SPA. Это такой подарочный вариант набора. Здесь он представлен из трех баночек. Первая баночка – это вот такая вот жидкость. Это расслабляющее средство для маникюрных ванночек. Капаете 2-3 капельки в ванночку, держите ручки там, и после этого будете уже наносить скраб для рук. Также здесь все это есть. И массажный крем. По 50 мл каждый из этих двух баночек. Массажный крем, он уже не так сильно быстро впитывается, он более пожирнее, чтобы был массаж, чтобы руки хорошо скользили. И такая вот замечательная подарочная упаковка. Очень здорово подарить ее, то есть уже не нужно какого-то думать и голову ломать о какой-то дополнительной упаковке или еще о чем-то. Ну, то есть замечательно, можно все это вот завернуть и уже, или даже просто приклеить бантик, подарить. Классная серия, новинка в серии SPA. Также хотелось вам показать вот такую вот водичку новую, мужскую Pazes. Добавилась у нас как раз и расширилась линейка туалетных мужских вод. И замечательно, что это теперь у нас парный аромат. Pazes женский, который я очень люблю, кто смотрит мой канал, знает об этом. И Pazes мужской. Также хотелось вам показать, в серии The One в декоративной косметике у нас появились три вида палеток для губ. Это такие вот помадки. У меня, вот сейчас я вам покажу, это у нас цвет 319-41. Здесь в комплекте есть кисточка и хорошее зеркало. Красивая очень такая упаковка. И такие помады красивых вообще оттенков, цветов. Но здесь вообще есть такие три палетки, поэтому каждый для себя сможет выбрать подходящий для него цвет. Также из новинок у нас представлен вот такой вот крем для ног. Значит, он пахнет вот действительно таким чем-то еловым. Еловым. Сейчас я вам скажу, что в нем. Это у нас крем для ног «Скандинавский кедр». И также при покупке этого крема можно приобрести вот такую вот новинку, появилась в оранжевом цвете, вот такая пилочка для ног двухсторонняя, с одной стороны более грубая у нас пемзочка, а с другой стороны у нас уже получается уже более мелкая шлифовальная пемзочка. Так, это все новинки, о которых я вам хотела рассказать. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну и также на моем канале продолжается конкурс. 500-му подписчику подарок от меня, а все остальные участвуют, самые активные, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, кто участвует в жизни канала, тоже также в розыгрыше получат от меня подарки. Всем пока-пока!